Глядя на эти маневры, трудно себе представить, что этот самолет – дело рук человека. Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, истребитель пятого поколения Т-50. Машина способна творить чудеса в небе. Подшипники для стальной птицы изготовлены в Самаре. Этот шлифовальный станок называют «Джустино», так решил итальянский производитель. Кольцо подшипника, прошедшее токарную обработку и процедуру закалки, «Джустино» доводит до идеальной формы. Точность обработки – микроны, то есть тысячные доли миллиметра. Токарные операции делаются на сыром металле, то есть он мягче, мягкий. И токарные операции, чтобы они вот, ну, наметить нам, сделать все вот эти вот формы, так сказать. А уже непосредственно геометрию кольца придаем мы шлифованием. То есть, скажем, по огранке оно должно быть идеально круглое. 5000 подшипников производит предприятие для всего, что летает, ездит, стреляет в небе, на земле, под водой или в космосе. В Самаре работает и головное конструкторское бюро всей корпорации. Один из главных показателей – виброакустические характеристики. У каждого подшипника, говорят, есть свой голос. Специалисты работают, чтобы сделать его как можно тише. Все очень просто. Если взять, например, атомную подводную лодку, она выходит из военной базы на Дальнем Востоке. Естественно, она производит какой-то шум. Соответственно, нужно сделать так, чтобы шума она воспроизводила меньше, как можно меньше. Этот шум на фоне шумов океана, там же много рыб, много млекопитающих, не был сильно заметен. Вот цель создания малошумного подшипника. Сочетание сложной геометрии и инновационных материалов позволяет создавать порядка 20 принципиально новых типов подшипников в год. Самый современный контроль качества. Этот прибор исследует подшипниковую сталь в рентгеновских лучах, что позволяет изучать структуру материала на уровне кристаллической решетки. Подшипники делают из современных видов стали, которые разрабатывает Всероссийский институт авиационных материалов. На заводе начинают применять и сверхпрочную керамику. Первая наша задача – это, значит, работать над подшипниками пятого и шестого поколения. Пятое и шестое поколение подшипников, оно практически, так сказать, делает перпетум мобиле из подшипника, если его, значит, поставить. А значит, и Самара еще надолго сохранит один из самых узнаваемых своих брендов. Олег Зверев, Константин Головин. События.